Штукатурка на голову. В сессионном зале Киевсовета рухнул потолок. Обломки посыпались на депутата во время заседания. Никто не пострадал. Секретарь Киевсовета после случившегося объяснил. Крышу в здании не ремонтировали более 30 лет, а работающие кондиционеры подтопили снег. Впрочем, это не помешало голосованию и сумели даже столичную смету на следующий год принять.